Привет, друзья! С вами Серафим, и сегодня мы будем смотреть, щупать и распечатывать замечательные наушники фирмы Somic, модель G909. Когда-то у меня уже были черные наушники, и до сих пор я ими пользуюсь, рад, доволен и счастлив. Что в них классного? На самом деле, они игровые, стоят достаточно недорого, в районе $35, и это очень приятно. Наушники с системой 7.1, ну, не знаю точно, не могу это оценить, но мне звука хватало, все, что есть. Вот как вы можете посмотреть на коробочке, на древнем каком-то драконьем языке написано «Откроет только достойнейший». Поэтому будем пробовать, будем надеяться, что коробочка сочтет нас достойными, и мы откроем и получим заветный приз, эту драгоценность. Вот тут, как всегда, на коробочке много-много надписей, всяких характеристик. На коробках на всех нарисованы черные наушники, по крайней мере, с белыми не встречал, но мы купили именно белые, потому что черные у меня уже есть. Вот, тут написано Open, и стрелочка делать Open туда, вверх. С двух сторон такие стрелочки, поэтому мы будем делать Open с этой коробочкой. Вот, достаточно прикольно сделали такой кейсик. И давайте. И да, нам открылась эта коробка, мы достойны, ура. И вот мы видим самые замечательные наушники. Просто вот посмотрите на их цвет, на их оформление. Они просто кричат, что возьми, надень меня и включи что-нибудь послушать. Как вы видите, тут такие бумажечки всякие. Характеристики, вот здесь целый кулечек с кучей-кучей всего. Сейчас мы будем это смотреть и разбирать, что же нам всунули туда в коробочку, что это за бонусики. Ну, как всегда, характеристики, гарантии. Вот, как вы можете видеть, там сверху лежит диск с драйверами, и причем не только с драйверами, а еще с программным обеспечением. У меня, конечно, не сразу все гладко становилось, но в итоге все получалось нормально. Первый, второй раз. Вот тут инструкция на древнем непонятном языке. Ну, потом почитаем. Вот, кулечек мне такой красивенький выдали. Кулек не такой, кулек-невидимка. С красивыми надписями. Вот. Специально вот, с дырочкой, чтобы прятать наушники, чтобы им там было не скучно. Положим его сюда, пусть тут лежит. Такой аккуратный кулек. Может, где-нибудь и пригодится. Что еще? Вот они, самые классные наши наушники. Просто вот посмотрите, какой у них дизайн, какие материалы были использованы. В подушечке, вот у меня в черных наушниках подушечка для головы. Там у меня тряпичный материал, ну, приятный, нормальный, но простенький. А в этих кожзаменитель используется. Причем очень-очень приятный на ощупь. Подушечки для ушей тоже из приятного кожзаменителя сделаны. Да и вообще они сами очень классные, замечательные. И вот здесь функция басов включается. Причем я всегда с ними играю и слушаю что-нибудь. Очень такой объемный, хороший звук. Вот колесико громкости плавно, хорошо ездит, но сразу намного громкости не включайте, они очень громкие. Вот микрофон, и он, что замечательно, работает и включается только тогда, когда вы его высунете. В таком положении он, вы его закрыли, и он все, звук выключился. И это очень-очень классно. Вот, посмотрите, вот USB шнур, там, по-моему, 2 метра длина его. То есть вам тоже хватит вокруг по комнате бегать вашего компьютера или ноутбука. То есть очень-очень замечательные наушники. Так что всем советую. Вот характеристики, смотрите. Кому понравилось, ставьте лайки. Кто уже ими пользовался, обязательно пишите свои комментарии. Пока. До встречи в светлом будущем.